Всем привет! Наконец-то нашлось время для нового видео, для нового влога. Я сам очень его ждал, потому что уже 2 недели я ничего не снимал. После новогодних каникул я отдыхал, кутил и заболел, к сожалению, очень сильно. Блин, примерно, наверное, дней 10 лежал в постели, не вставал, никуда не ходил. Сейчас уже чуток полегчало, и я решил снова покататься на лошадях. Сейчас приехали мы очень-очень далеко от города. Аж такси у нас вышло 357 рублей. Ну, для Казани это дороговато, в общем. В Москве, конечно, цены другие. Вот, то там же вон лошадочки катаются на лошадях. Мне кажется, мы вот примерно там же и будем кататься. Вот, в прошлый раз мой опыт мне понравился, но было лето, было поприятнее. Сейчас, конечно, холодно. Вот не знаю, как по настроению это все будет, но это выглядит красиво, и вообще лошади мне нравятся. В общем, вот такое поле. Прям будто на природу уехал. Елочки тут всякие. Зимой, конечно, красивее намного это выглядит. Вот она так прям как-то более чисто, что ли, как-то более важно. Молодой песик так и хочет понюхать. Смотри, как она прям вообще такая вся. Морда волосатая. Блин, у нее смотри, какая морда, она ухоженная, собака. Большое такое. У нее такой череп гигантский, прям вообще. Вообще может, такая. Собаку да, на собаке может кататься тут можно. Я не бью ее ей. Она думает, что она хорошо. В общем, я сейчас на лошади, поводья держится двумя руками. Но так как у меня в одной камера, лошадь не очень управляется. Мне досталась очень активная лошадь. Лошадь очень теплая, и поэтому низ у меня не мерзнет. В общем, мерзнут только кончики пальцев ног, потому что я в кроссовках, и пальцы рук. Потому что перчатки вообще не спасают, на улице минус 10. И там только после болезни, очень боюсь заболеть вообще. На лошади мы кататься должны час. На целый час это нереально прокататься здесь, потому что ветер дует очень сильно. И, в принципе, холодно. Вот, в общем, что сказать. На лошади кататься приятно, но не второй раз попадаются какие-то активные неуправляемые лошади. В общем, они прокатились даже 15-20 минут. Потому что стало очень холодно, я в кроссовках, ноги у меня вообще очень сильно замерзли, я не чувствую прям боль чувствую такую. Вот, мы сейчас зашли в такое место, в общем, где они греются, и я положился телефон вот сюда, чтобы он согрелся чуть-чуть, чтобы я смог вызвать такси. Вот, очень забавно, iPhone грею от какой-то конфорки, я не знаю, как назвать. В общем, мы пришли в трогательный зоопарк, и довольно-таки здесь прикольно. В общем, разные животные. Вот это страшная штука, мне не нравятся жабы. Но таких вот я люблю. Вон, всяких варанчиков. Кстати, вот как он держится, да, нужно изучать. Он держится на стене, там у него присоски какие-то. Следующий год кого? Он скользит. Да, ну да. У него будет трехметровый. Стой. Но у него голова такая прям твердая, знаешь. На череп. Оближи. Ну и пасть тоже. Такой пальцы, такие пальцы у него смешные. А он не упадет? Нет. А то есть так бы он не пошел без еды? Нет. Он так хочет ее взять прям. Да, я держу. Эй, пацан. И он нельзя только так скататься. Ага. Сам по себе должен, да? Да. Он не упадет? Можно погнать любой. Есть. Сразу защита спад. Срабатывает. Давай. О-хо-хо-хо. Ты прям как собачка кушаешь. А это собачий корм? Да. Блин, он все рассыпал. Давай. Петух соберет сейчас. И вот петух. У хорьков вообще тут лаунж-зона. И такие, бля. Ну, они прикольные, да. Вот у Мурата, считай, такой живет. Они думают, что ты их покормишь вообще.
Вот так пишет. Да, если ты камеру включил. Ну ты можешь мне показать? Он меня поцарапал, смотри. Стой. Он еще неудержимый, знаешь. Ему лишь бы за что-то зашипиться вообще. Сейчас я браслет раздал. Нет. Смешно покажу. Смотри, как у него. Смотри, зуб какой. Да. Смотри, как он держится забавно. Мне кажется, это от ваних воняет. Да. Смотри, как лежится вообще прям. Давай, в истории Инстаграма с тобой. Звездой станешь чуть-чуть. Заметь. Смотри, как зевает. У меня 4 зуба больших. Это что такое? Облизывать стал. Покажи, смотри. У него такой язык шершавый. Привет! Спасибо большое, что посмотрели это видео. Я знаю, что я обещал, что видео будет выходить 2 раза в неделю, но, как вы видите, этого не происходит. Видео выходит 2 недели один раз. Я, к сожалению, очень сильно болел практически 2 недели, вызывал себе целых три раза скорую, потратил 1007 на лекарства и, в общем, только-только начинаю отходить от своей болезни. Я надеюсь, я скоро оклемаюсь и начнут выходить видео не просто влоги, но и с концепцией. В последнее время на канал довольно-таки часто подписываются, я этому очень рад, и не хочу просрать все это дело, потому что, ну, стараюсь, и все в этом, ну, блять, типа, ну, стараюсь, да. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, и я вас буду ждать здесь снова через недельку. До новых встреч!